Комитет спасения Украины намерен подать иск в Европейский суд по правам человека о признании Майдана государственным переворотом. Об этом заявил глава комитета, экс-премьер-министр Незалежно Николай Азаров. Вероятно, это будет Международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии. Стоит отметить, что ранее Дорогомиловский суд Москвы уже признал события февраля 2014 года на Украине госпереворотом. Тогда в ходе процесса были допрошены бывшие высшие руководители страны, в частности экс-президент Виктор Янукович. На сегодняшний день такое решение Комитета спасения Украины призвано поспособствовать признанию незаконности так называемого Майдана уже на мировом уровне.